Где вы будете отдыхать? Летом работаю, будет возможность дома на даче. Ну, в Сочи поеду. Здесь буду, на Ленинских столбах. В Улус поеду. Поеду, наверное, в Турцию. В деревню. Я буду отдыхать на даче. Также поеду к подружке в Сунтара. И там будет тусах. Дома в Якутске. Я буду отдыхать в своей родной деревне в Чарапче со своими родителями и семьей. В Приморье. Поеду к сыну во Владивосток. На территории Российской Федерации. Я буду здесь, у себя. По республике буду ездить. Разные улусы. А куда вы хотите поехать? И во Владивосток можно. Там море есть, там эконом-вариант. Мы позапрошлом году ездили, и нам очень понравилось. Там море очень теплое, соленое, и море продуктов можно везде и всюду попробовать.